Всем привет из Кривого Рога. У нас вечер, 18:45, на градуснике плюс 38. День был очень жаркий снова, но спасибо, хоть не отключали свет сегодня. Можно было охладиться, кто чем мог. Но днем температура такая была, что сюда страшно было выходить. Если вечером плюс 38, солнце еще до сих пор подсвечивает временами, выходит и припекает еще. После такого жаркого дня хватает сил только на то, чтобы выйти, включить воду и полить. Больше ничего делать невозможно в эту жару. Еще впереди два самых жарких. Завтра и послезавтра будет еще жарче на градус, как прогноз показывает, по прогнозу погоды. На 1 градус жарче, чем сегодня, а потом уже пойдет, эта жара пойдет на спад. И там даже я видела через недельку где-то даже плюс 18 или плюс 17 ночью. Хоть дома уже остынут. Так что всем желаю доброго вечера, мира, добра. И еще и терпение теперь надо добавить, потому что вытерпеть эту ужасную жару такого еще не было. В этом году я впервые садила томат «Монгольский карлик». Хочу сказать свое мнение об этом помидорчике. Вот куст. Вот это я собрала с этого куста. Ой, хочу сказать, что не горит только портулак. Смотрите, как он себя хорошо чувствует на этом солнцепёке. Так, вот это я собрала с этого куста. И вот еще на этом кустике сколько. В общем, он урожайный. Очень-очень ранний. Но вот мое мнение, ну, я не знаю, это же для себя я говорю. Может, если кто-то торгует, но он не транспортабельный для торговли, с ним очень осторожно, надо, кожица тонкая, он такой водянистый и не очень вкусный. Ну, как сказать, он вкуснее, чем в магазине купить. Но вот с этим томатом, например, его не сравнить. Поэтому я считаю, что для себя, ну, достаточно, скажу я вам, 4 кустика посадить. И вполне хватит, чтобы покушать ранние томаты, пока начнутся вот эти вкусняшки наши любимые. Всякие розовые, красные огромные. Очень тяжело их сейчас выращивать, накрывать надо и все. Но этот попроще растет себе. Он только мульчу я подложила, потому что все томатики лежат практически на земле. Ну и все, поливать надо, и больше ничего с ним не надо делать. Я имею в виду, ну, подкормила, конечно, подкармливала. В общем-то, только подвязку ему не надо, а так все остальное надо поливать, кормить, но урожайный и ранний. Вот это сегодня собрала только что с двух кустиков. И там еще есть зеленые, где они только что есть. В общем, они все так прячутся где-то под кустом. Есть еще зеленые, не очень-то и много их уже там. Ну, может, если погодные условия не такие, как в этом году, то, может, они как-то и больше наращивают. Но едим мы, скажу я вам, уже месяц. Месяц это точно мы уже едим этот монгольский карлик. И в этом месте, где растут эти кусты монгольского карлика, не натянута над ними никакая сетка. И они вот такие вот выдержанные. Они еще
так более-менее зелененькие стоят. Вечереет, а температура не падает. Всем желаю тихой, доброй ночи. Поливаем грядки и ждем прохладу.